Привет. Сейчас в продаже появилось много кег пластиковых для пива. Ну, естественно, я захотел что-то сделать. Ну, самый простой вариант, у нас сейчас проблемы с водой, перебои постоянные. И в чем хранить воду? Кега 30-литровая, довольно удобная, небольшую площадь занимает, по высоте нормальная. И я сейчас буду их распаковывать. Их много разных конструкций крышек, но вот это то, что я нашел, она закручивается. Самый простой вариант. Просто крышка закручивается. Там некоторых там усики надо обламывать, еще что-то. А это просто закручивается у меня. Распаковывать я буду с помощью отвертки и ключа 3-го номера газового. У кого нет, рекомендую приобрести. Это малый ключ от женских сердец. Ну, сначала надо выпустить газ, потому что крышка улетит в космос. Приступим. Как я буду выпускать? Отвертка я просто надавлю, найду нужное место, где клапан открывается, и буду зажимать полотенчиком, потому что капли пива просто фонтанируют. И полотенчика для того, чтобы не забрызгать все пивом. То, что вонище потом стоит от этого. Поехали! Бутылочка сдувается. Все, я чуть-чуть оставлю давление, чтобы когда откручиваешь, ну немного буквально. Теперь беру 3-й номер. Аккуратно зажимаю, потому что пластик. Пошла жара. Так, надо еще, наверное, давление чуть подспустить. То что-то он опять надулось. Так, надо убереться. Огонь! Резиночку надо сохранить. Это теперь помыть тщательно от пива. Трубочка пригодится. Этот клапан так и оставим, то есть это будет просто крышка. Ну, для любителей пива тут еще пол-литра пива почти есть. Следующее таким же бокалом. Размягчилась. Держим. То сейчас улетит. Держать надо. Ну, кто шампанское открывал, то знает. Главное резиночки не потерять. Куда можно использовать эти бутылки? Ну, можно использовать при приготовлении винных продуктов. То есть, кто занимается пластик пищевой, в принципе, все нормально. Мы будем хранить воду у них. Естественно, на солнце они не должны быть, потому что могут пропасть. Если бутылки запечатаны, то есть еще с давлением, дети на них играются у нас. Либо сделать огромные кегли можно. Ну, различные такие виды. Чтобы узнать, что я в дальнейшем планирую сделать с подобных банок, потому что есть несколько задумок, подписывайся на наш канал, понравилось видео, ставь палец вверх, заходи на наш блог, будем дружить.